3,5. Наши выдающиеся спортсмены, Плющенко Женя и Ягудин. Плющенко вообще с 14 прыгал, Ягудин с 15. Татьяна Анатольевна, ну нельзя всех мерить по Плющенко. Ну, не ну как нельзя, как нельзя? Как нельзя? Плющенко выдающийся спортсмен. В том-то и дело. Он Ягудин выдающийся. Тоже выдающийся. Да, да, да. Ну, все эти же, тоже должны стремиться. А стремиться, как? Конечно. А если ты опаздываешь учить? Кстати, я видела Женю и даже перед ним извинилась, потому что в прошлой передаче, так сказать, вы потом показать на выступлении вспоминали, потому что очень многие рекорды были, принадлежали ему. Тогда-то так не считали. Тогда немножко другая была. Тогда была немножко другая система, не считали, да. Но мы совершенно не забываем этого. Мы знаем, кто есть кто, и мы знаем движение. Но я напомню, кстати, что... Мы ему желаем, чтобы он все-таки пришел сюда, туда, куда он хочет и куда он объявляет. Я лично страстно этого желаю. Но если уж говорим о рекордах, я напомню, что на международных соревнованиях рекорд российских спортсменов по новой системе судейства по-прежнему принадлежит Евгению Плющенко. Чемпионат Европы в Шеффилде 2012. Ну, вот. И поэтому должны были об этом сказать. Они сказали, вот говорим сейчас. Справляемся. Говорим сейчас на чемпионате России.